лагеря Шейкера жил 32 месяца. Вот так примерно. С учетом того, что у нас аэродром через дождь, это рок-н-ролл. Посмотрите, какая у нас обстановочка, радуга была. Ну что, готов? Ролл-н-ролл! Эй! Давай, папа! И рак улетела! Открывай форточку, тише. Наливай. Осторожно, чтобы не разлей, по лагерю липкий будет. У нас на борту все было. Волков! Волков Airlines! Я слушаю, я не могу показывать, что я пью на борту. Один глоточек, у уважаемых любителей планерного спорта. Ну, кстати, планер сам летит. Гляньте. Автоматическое управление. Да, это волшебно. В принципе, если ручку поставил на автопилот, главное, чтобы еще автопилот посадил нам планер. Садится нам через дождь, поэтому будет весело. А? За бутылочку. Оп. О. Так, смотрим. В принципе, нормально. Должны прорваться. 800 метров у нас дефицита. Даже через дождь пройдем. Так, что там с батареей питания? Переключись на первую батарею. Переключайся на первую. Моторную тогда оставим на мотор, если что. О! Перед грозой тянуть начинает. Так мы сейчас наберем, ёп. В чем проблема? Только, пожалуйста, без пируэта. Это пухай. А, ты ж... Короче, давай я тебя сниму. Вот с левой стороны камера. Покажи, пожалуйста, глубоко уважаемым любителям планерного спорта. Какой сервис на Волков Airlines? Авиакомпания. О, смотри, поточек стоит. Глубоко уважаемые любители планерного спорта, я вам хочу показать просто окружающую обстановку. Это 13 этого самого января 2020 года, да, и, собственно, Новый год старый. И вот так вот мы на Старый Новый Год прекрасно... Слушай, а давай доберем, что мы как дураки будем... На Старый Новый Год, да? Да, сейчас доберем. Давай, я взял. Ты набирай. Хорошо. А я пока поснимаю глубоко уважаемого любителя планерного спорта. Еще конюлю можно снять. Хотя нет, 3700. Ну ладно, они меня не таким красивым делают. Вот. Смотрите, как у нас весело. Какой зоне? Нет, мы еще нормально. Мы рядом с этой зоной, но не в ней еще. Вот так вот мы спокойненько набираем высоту и сейчас скоро пойдем на посадочку. Потому что времени уже 7 часов вечера, 7 час вечера. И, собственно, хочется, так сказать, приземлиться и выпить шампанского наконец. Вы видите, вот. Вот оно, шампанское, целая бутылка открытая в небе. Очень вкусно, я сделал один глоток, больше не могу. Сами понимаете, безопасность наша, это все. Вот наш аэродром. Ну, вроде как неплохо все. Не должны мы там нарваться на какие-то приключения. Причем, опять же, планер летает сам. Ты ничего не делаешь? Покажу руки. Я свои руки покажу. Посмотрите. Сейчас Волков Airlines нальет. Подождите. Я скажу, что там пилот? Гляньте, да. Ну, то есть, вот. Подожди, я закончу, бутылку возьму. Подожди, ты держи бокал, я тебе так налью. Оп! Посмотрите, Волков Airlines. Мало того, никто не рулит планером. Он сам летает. Мало того, набирает как. Да, в общем, такая вот погода-бомба. Вот так вот мы красиво летаем. Да. Ой, хорошо. Собирали шампанское. Главное, планер летает, и все равно. Прекрасно. Замечательно. Видите, я... Нет. Студенту можно, мне нет. Мне сажать планер, поэтому я... Эх, жду, когда я наконец-то приземлюсь. Это будет скоро, я думаю. А планер летает, посмотрите. Прекрасно, принцесса. Ручка как влетая, вот она. На месте стоит. Не шевелится.
скороподъемность, правда, небольшая, всего лишь там 1.5 метра в секунду, но в целом... Принцесса, как всегда, на высоте взяла управление в свои руки. Вот у нас есть дождик, который... аэродром за ним, поэтому аэродрому, в общем-то, не мешает дождик. А так как, видите, дальше светло, солнце, то это такая локальная тучка. И мы ее сейчас с хорошей высотой, которую принцесса набирает сама,